Уже несколько дней подряд в Мариуполе сотрудники полиции совместно с чиновниками совершают проверочные рейды на линиях частных маршрутных перевозчиков. У нерадивых перевозчиков разрешения изымаются сразу и возвращаются только непосредственно после устранения недостатков. Что удивило, о рейде журналистам сообщили в строгой секретности, чтобы перевозчики не знали о проверке. Но следуя на конечный пункт, мы услышали по радио новость о том, что в Мариуполе проводится рейд. Внимание полицейских и представителей Мариупольского городского совета акцентировано на выявлении нарушений правил дорожного движения, транспортного законодательства, перевозчиками, документировании и пресечении фактов нелегальных перевозок пассажиров. И как следствие, до конечной доехал всего один автобус перевозчика «Н-Транс». Где потерялись остальные автобусы маршрута, неизвестно. Как рассказал директор департамента транспорта и связи горсовета Василий Клад, нарушений достаточно много. Это и грязь в салонах, изношенные шины и неудовлетворительное техническое состояние в целом. И одно из мероприятий включает контроль работы маршрутных такси прямо на линии. Поэтому сейчас, начиная с прошлой недели, мы практически каждый день выезжаем на конечные остановки маршрутных такси. Вместе с работниками полиции проводим эти рейды, проверяем техническое состояние и санитарное состояние каждого маршрутного такси, которое проходит через нашу, так сказать, точку. Смотрим состояние резины, смотрим состояние осветительной аппаратуры, смотрим состояние салонов. В общем, все, что мы можем увидеть визуально. По завершению проверок соответствующие службы определят порядок отработки нарушений и проведут совещание, на котором обсудят возможности и сроки их ликвидации. О плохом техническом состоянии городского пассажирского транспорта повествует тот факт, что из 423 маршрутных автобусов ежедневно на линии выходит порядка 370 единиц. Некоторые автобусы проходят ТО, некоторые стоят на капитальном ремонте. Руководители департамента транспорта и связи говорят, что многое в работе перевозчиков зависит от самих водителей. Если есть слаженный коллектив, болеющий душой за свое дело, то и уверенный им транспорт всегда будет на ходу. Но когда обслуживающий персонал равнодушен к проблемам своего автобуса, а следовательно, к неудобствам пассажиров, результат его работы будет удручающим. Самое главное – безопасность. Да, есть трудности у них, есть проблемы там, в связи с льготными перевозками. Но это никого не освобождает от ответственности. Ни механиков, ни водителей, ни слесарей. А тем более сейчас, в данный момент, как бы слабое место у нас все-таки водители. Очень много зависит от водителей. Если водители, вот вы видели, как показала практика и показывают проверки, водители, если есть слаженный нормальный экипаж, те, которые, как говорится, ценят свою семью, себя и работодателя, они относятся добросовестно. И те автобусы, на которых они работают, они в идеале. Среди нарушений, выявленных в ходе проверки, недостаточное количество сидений, вместо которых установлены непонятные самодельные конструкции, загороженная фанерой вместо водителя, грязь в салонах. Согласно то, что как бы по техпаспорту сколько нужно иметь сидений, они обязаны быть. Конструкции какие-либо сооружать в салоне транспорта тоже это запрещено. Во-первых, это и обзор видимости и для водителей, и для пассажиров это как бы дает большой огромный минус. К счастью, не все водители и кондукторы недобросовестно подходят к своему делу. Салоны некоторых маршруток вымыты до блеска. Второй день обычно убираем. Ну, чистенько, да? Не, ну, моем. Потолки у меня, кстати, тоже белые. И потолки моете? Конечно, а что ж. Из выявленных нарушений правоохранители отмечают нарушение схемы движения. Так, автобус номер 118 далеко не всегда следует по установленному маршруту, поэтому дождаться его пассажирам составляет немалых нервов, что и отмечают люди на остановках. Что 118 маршрут не объезжает по маршруту. То есть постоянные конфликты на этой почве. То есть они едут по прямой. Непонятно, есть у них маршрут вокруг или нет. Вот то есть он не хочет проезжать то, что ему положено. По одному. Возле магазина и начинают говорить, что выходите. То есть, ну, некоторые, конечно, водители, ничего не могу сказать, там как бы объезжают, но в большинстве случаев, что едут и говорят, у нас там то гараж нам надо, то у нас там неисправная маршрутка, мы сейчас там чуть ли не взорвемся. Ну, вот как бы так. Бывает, что с детьми едешь или там с грузом каким-то. То есть маршрут же есть, его уже не отменили. Если бы отменили, это как бы другой разговор. А если он существует, то хотелось бы, чтобы объезжали как положено. Виталий Аврамов говорит, что такие проблемы не остаются без внимания. Ну, когда водители нарушают схему движения, мы их приглашаем в отдел транспорта и, соответственно, проводим мероприятия, проводим инструктажи. Также мы выезжаем на предприятие для проведения инструктажей с водительским составом. Ну и, естественно, предупреждаем перевозчика, чтобы впредь как бы, не нарушали их водители все-таки схемы движения.
Техническое состояние машин и содержание салона в чистоте – это в первую очередь забота перевозчиков. Недавно заместитель городского головы проводил встречу с частными перевозчиками, на которой последним были сделаны замечания и выданы рекомендации. Если же недостатки не будут устранены в ближайшее время, перевозчики лишатся лицензии. Значит, в законном поле будут расторгнуты договоры. Некоторые частные перевозчики сразу же принимают к сведению все рекомендации, выданные городским руководством. Такой перевозчик, как Лисичак Ярослава Степана, уже установлен видеорегистратор. На другой машине. А вот здесь. Все четко. Пожалуйста, и резинки. Регистратор это стоит. Это самое главное. Но с некоторых, как с гуся вода. После рейда в департаменте транспорта и связи составят базу данных и сделают соответствующие выводы, кто станет работать на маршруте, а кто лишится разрешения. Курят водители маршрутка. Мне нравится это. Что еще? Вечером не совсем уехать можно. Поэтому какие-то определенные подслушал. Маршруты или? Не обращала внимания такие. Сиденья не очень. Дермантин не совсем хороший. А вот. Ездят как? Ездят хорошо. А скорость часто. Хорошая, да? Опять же, смотря где, смотря как. Ну, лихачат, не лихачат. Ну, не так, как раньше. Лихачат. То есть сейчас изменения какие-то пошли? Да. Ну, не все салоны нормальные. Но в целом? В целом ничего. А как вообще, когда ездите, отношения водителей и кондукторов? По-разному. Где вежливо, где нет. Пенсионеров как они? Любят? Нет, не любят пенсионеров. Требуют с нас за проезды пенсионеров, ругаются, унижают нас, скандалят. Требуют по рублю, по 2 гривны. Говорят, нечем покупать солярку. А мы говорим, это же нам, да, государство дало нам льготы, а не они. Постоянно унижают, постоянно выбрасывают. Проезжают остановки, не останавливаются, когда видят, что идет пожилой человек. Закрывают двери перед ними. В результате рейда всего один автобус сняли с маршрута, 156-й, из-за практически лысой резины.